В России увеличились объемы господдержки семей с детьми по программе материнского капитала. С января 2021 года материнский семейный капитал проиндексирован на 3,7%. Кто получил право на дополнительные средства и как им воспользоваться, подробнее в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Напомним, в 2020 году материнский семейный капитал был проиндексирован впервые за последние 5 лет. Длительный срок на это не хватало бюджетных средств. В январе 2021 года объемы поддержки семей с детьми по ведущей национальной программе вновь увеличились. Индексация составила 3,7%. Повышение коснулось более 4 миллионов семей в нашей стране. Весь перерасчет осуществлялся в автоматизированном режиме. С 1 января 2021 года материнский семейный капитал был проиндексирован. Значит, все это решено было федеральным законом, 229-м федеральным законом о том, что материнский семейный капитал, первое, продляется его действие до 31 декабря 2026 года, то есть мама может получить сертификат на материнский семейный капитал за рождение первого, второго и последующих детей до 31 декабря 2026 года. Благодаря увеличению размера господдержки, семьи с детьми получили больше возможностей. Дополнительные средства позволят родителям купить более дорогое жилье или оплатить престижный вуз для ребенка. Специалисты пенсионного фонда уточнили, какие именно суммы теперь положены родителям по программе материнского капитала. То есть, если ваш ребеночек родился в 2020 году, и вы не использовали средства материнского семейного капитала, то эти денежные средства 466 617 рублей для семей, у которых родился первый ребеночек, проиндексировав на 3,7%, составило 483 882 рубля. То есть на сегодняшний день это цена сертификата на материнский семейный капитал с 1 января 2021 года. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился на свет до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат. Если пополнение в семье произошло позже, прибавка окажется более весомой. Если у вас родился второй ребенок, и вы получили сертификат с учетом, что на 150 тысяч он был больше в 2020 году, сертификат также будет, цена его увеличена и составит в 2021 году 639 432 рубля. Важно отметить, что семья сохраняет право на индексацию оставшейся суммы в случае, когда средства материнского капитала были уже частично израсходованы. Размер остатка также увеличится на 3,7%. Мамочки при индексации материнского семейного капитала имеют право обратиться в пенсионный фонд. Так, точно так же в любую клиентскую службу, в любое его отделение с вопросом о выдаче справки об остатках средств на материнском семейном капитале. Точно так же для чего? Для использования по различным направлениям. Как известно, материнский капитал можно использовать по основным 4 направлениям. На обучение детей, улучшение жилищных условий семьи, реабилитацию ребенка-инвалида или на увеличение накопительной части пенсии матери. Семья решает сама, на что потратить положенные денежные средства.